Корректор объема газа ЕК-270 используется для приведения объема газа, прошедшего через счетчик при рабочих условиях, к стандартным условиям. Алфавитно-цифровой дисплей 4х20 и 6-кнопочная клавиатура используются для отображения и редактирования информации. Данные, отображаемые на дисплее корректора, структурированы в форме списков. Каждый список содержит взаимосвязанные значения, относящиеся к измерению рабочего объема газа, стандартного объема газа, давления газа и перепада давления на счетчике, температуры газа и температуры окружающей среды, а также к просмотру и настройке параметров газа, архивов корректора, интерфейсов корректора, входов и выходов корректора, других данных по работе прибора. С помощью клавиатуры можно перемещаться по спискам для просмотра значений и изменять значения параметров. Курсор вниз. Перемещение вниз по списку параметров последовательно по кругу. Курсор вверх. Перемещение вверх по списку параметров последовательно по кругу. Курсор вправо. Перемещение вправо к другим спискам в направлении последнего списка или от последнего списка сразу к первому. Для параметров, отображаемых в двух строках, например, объем газа, разделенный на значение до и после запятой, переключение ко второй части значения. Курсор влево. Перемещение влево к другим спискам в направлении от последнего списка к первому или от первого списка сразу к последнему. Enter. Ввод. В зависимости от отображаемого значения, активизирует режим ввода, открывает подменю, обновляет значение параметра при нажатии дважды. Escape. Отмена. Выход из подменю. Отмена ввода. Данные остаются неизменными. В начало очистить, переход к первому параметру в списке. Обновление значений в режиме ввода. Помощь. Отображает адрес параметра. Все основные параметры, рабочий и стандартный объем, давление и температуру можно удобно посмотреть нажатием нескольких кнопок.